Администрация заводского района встретилась с местными жителями. Представители власти отчитались о достижениях и выслушали вопросы горожан. По мнению главы заводского района, с ЖКХ сегодня самые большие проблемы. Ведь из 1400 местных домов почти 300 в аварийном состоянии. По программе отселения в 2014 году 32 дома таких ветхих аварийных было отселено. И следующий год, то есть этот год, 15-й, у нас планируется уже 60 домов. А людей из зала в первую очередь волновало состояние дороги на улице Огородная. Там нет тротуаров, да и в целом асфальта. У нас, во-первых, некуда в воде уходить. И, во-вторых, нам сначала нужно сделать под этой дорогой, сначала коммуникации все, а уже после этого сделать асфальт. Вот до тех пор, пока мы не сделаем нормальное водоотведение, ямочный ремонт только. Представители администрации пообещали в меру своих сил разобраться с проблемами заводского района. Но есть опасения, что проблемы с ЖКХ и дорогами так и останутся вечными по причине регулярного отсутствия денег в бюджете города. Роман Козлов, Анатолий Милосердов, Открытый канал.